«Дай почитать». Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Иногда я вспоминаю своих милых и дорогих сердцу прабабушек и бабушек и думаю, как они успевали растить детей, вести хозяйство, утешать, поддерживать, увещевать, наставлять и при этом сохранять, стать женственность и человеческое достоинство. Ведь не было блендеров, миксеров, кухонных комбайнов, мультиварок, и не представляю, как они вообще выжили без тайм-менеджмента и системы «Fly Lady». По-русски. Страшно представить, какой неорганизованной была их жизнь. Но нам, дорогие слушатели, повезло. Мы можем читать книгу Ирины Соковых, признанного специалиста по тайм-менеджменту, автора нескольких бестселлеров «Твоя новая жизнь за 6 месяцев» с исключительно литературным подзаголовком «Волшебный пендель от счастливой хозяйки». Да, вы не ослышались. Я все же переведу. Речь идет о пинке. К счастью, не уточняется, куда. А счастливая хозяйка – это и есть Ирина Соковых, рекомендована только для женщин, сложный тайм-менеджмент простыми словами. Книга, разумеется, читается легко. После пенделя всякие мотивашки, лайфхаки, флай-леди и прочая лексика воспринимается как истинно великий, свободный, правдивый русский язык. Но буду честной, я прочла книгу с интересом, не пожалела потраченного на нее времени. Иногда, правда, похохатывала и веселилась, но ведь я и не собиралась становиться счастливой хозяйкой. А если кто-то хочет, обязательно читайте. Правда, в книге много разумного и полезного, особенно для молодых женщин и мам. Автор убеждает, пытаясь планировать жизнь, помните, что волшебного секрета все успеть просто не существует, но есть способ успеть главное. Вот название некоторых разделов книги, которые помогут получить представление о ее содержании. Лень, ее причины, последствия и способы борьбы. Тайм-менеджмент и порядок в доме. Тайм-менеджмент и минимализм. Тайм-менеджмент и деньги. Мыслить не сутками, а месяцами, важность режима, распорядок дня, план самосовершенствования и так далее. Книга полна афоризмами, полезными и не очень, разумными и вызывающими смех. Приведу разные примеры. Колесо приоритетов гораздо сложнее колеса сфер жизни, потому что над приоритетами нужно думать долго, возможно, не один месяц. Нужно быть счастливой, а не стремиться к идеалу. Жить по чужим советам глупо, не всегда безопасно. Все важное утром. А еще Ирина Соковых рекомендует, что можно сделать, пока ты в дороге, на отдыхе, в очереди. Я приведу несколько рекомендаций, что делать, пока варится суп. Размусорить открытую полочку. Прибраться на кухне. Составить меню на неделю. Сверить наличие круп со списком. Расставить ровно стулья. А я все же пойду посмотрю на фотографии своих бабушек, переживавших и 30-е годы, и Великую Отечественную войну. И мысленно спрошу у них, как же они, бедные, жили без тайм-менеджмента. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».